Всех приветствую. Ситуация сейчас у нас в стране сложилась такова, то что в Курской области, ну я думаю, все знают и понимают, что там происходит. Там настоящая боевая линия боевого соприкосновения. У нас сейчас туда отправляют срочников. Хотя по закону не должны этого делать. А тем более таких срочников, у кого кто-то из родных там воевал, был в тех местах, то есть прошел через это все. Наш президент Владимир Владимирович Путин в свое время подписывал указ, то, что не будет отправлять туда срочников. Они, тем более тех, у кого кто-то из родных там воевал. Почему же сейчас такое происходит? Почему сейчас в воинской части 58-198 хотят отправить завтрашним утром, 9 августа 2024 года, 90 человек срочников, которые не обстреляны, которые в учебке стрельнули всего лишь 3 раза, 3 патрона им дали. Ребята не обстреляны, они не знают, как быть в той или иной ситуации, они вовсе не подготовлены для этого. Зачем вы их туда отправляете? Вы же можете сказать нам, дать клич, чтобы те ребята, кто там был, чтобы пошли и вытеснили этого врага с наших территорий. Зачем отправлять туда молодежь? Я сам там был, как видите, получил ранения, награды. Я сам не так давно оттуда вернулся. И сейчас моего родного брата хотят отправить туда, на линию боевого соприкосновения. Когда было сказано, что если кто-то из родных воевал, участвовал в СВО, ни в коем случае никого больше туда призывать не буду. Тогда почему же отправляют туда срочников?